Патриотические песни, выступления творческих коллективов и слова благодарности. Открытая акция «Вместе за наших», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялась в культурно-досуговом центре «Молодежный». В этом году она проходит в 11-й раз. Она уже длится 11-й год. 11 раз она проводится в этом Доме культуры по инициативе Любовь Терещенко. Она инициатор этой идеи. Эта акция «За наших», она направлена против террора. Конечно, сегодня звучат патриотические песни. Сегодня здесь присутствуют люди, которые участвовали в событиях в Афганистане, которые происходили в других войнах необъявленных. Ежегодно акцию поддерживают общественники и депутаты-единороссы. А на сцену выходят зрелые и совсем юные участники. Вместе с ребятами Иван исполнил песню «Наши судьбы». Мальчик ответственно готовился к выступлению. Я хочу, чтобы мирные дети не гибли, так же их мамы и папы. За наших, вместе за наших. С каждым годом количество участников акции «Вместе за наших» растет. В этот раз их было более 100 человек. На сцене выступили не только коллективы из нашего округа, но и со всего Подмосковья. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».